Всем привет! И сегодня мы будем заниматься это разбором заказа по Фаберлику. Вот у меня тут пришел в коробке заказ. Тут его вот много. И сейчас я буду сюда вот вылаживать и показывать вам. Ну, вот в первую очередь каталоги пришли. И буду показывать вам то, что у нас пришло. Первое средство, которое у нас пришло, это средство для мытья посуды. С эвкалиптом. Вот такое вот очень хорошее. Мне нравится. Мы постоянно себе берем. Следующее, что у нас пришло, тоже средство для мытья посуды, только лимон и мята. Тоже очень хороший, тоже постоянно покупаем, нам нравится. Следующее опять пришло для мытья посуды, сконцентрированное с биоэнзимами. С биоэнзимами, но у них, знаете, запах яблочек. Видите, тут даже яблочки нарисованы. И вот у нас запахом яблок. Следующее, что у нас пришло, это самое популярное, что вот у меня любят люди заказывать. Это вот такое вот жидкое мыло, земляника. Очень ароматное, эти земляники такой. Прям натуральный аромат земляники. И следующее, что тоже у нас по заказу, и вот этот гель для душа, тоже земляничный. Это все не, мы не себе заказывали, это все у нас по заказам. Следующее, что у нас пришло, это вот новинка, отбеливатель. Кислородный для ослепительных белых вещей. Вот отбеливатель я беру фаберликовский, тоже там немножко баночка другая, мне нравится. И вот эта вот новинка тоже мы заказали. Следующее, что у нас пришло, я сразу достала несколько и буду вам показывать. Это вот такой мини-пробник, средство для духовок и плит. И вот тоже вот мини-пробник попросили заказать. Следующее, что у нас пришло, это средство для мытья посуды с эвкалиптом. Тоже меня попросили мини-пробник заказать, и вот он, мы заказали его. Следующее, что у меня пришло, это гель для душа. Юный Османтус, гель для душа. Ну, вот такой вот, что-то не фиксируется нифига камера, я не знаю почему. Вот, камера плохо снимает, поэтому вот извиняйте уж. Сейчас покажу. Так, ну вот тут еще один каталог, конечно. Здесь у нас пришло это пробники. Пробники постоянно. Вот эти тут и мужские, и женские, которые у меня заканчиваются, я заказываю, стараюсь. Потому что пробники очень хорошо разбирают. Потом следующее, что у нас пришло. Это вот такая вот мини-версия порошка. Стиральный порошок премиум универсальный для белых и цветных тканей. Вот такой вот. Очень хороший. Это меня тоже попросили заказать. Следующее, что у нас пришло, это пробник шампуня для окрашенных волос. Сейчас мы еще там достанем, там, потому что пробников, ребята, очень много пришло разных. Иногда женщины заказывают сначала пробники, а потом уже... Ой, тут не помещается. Я, видите, решила возле компьютера снимать, потому что времени нету. И приходится вот так вот. Ну вот, следующее, что у нас пришло. Дневной крем тональная реконструкция. Это вот тоже пробник. Вот такой вот. Следующий у нас пробник-кондиционер для придания объема. Вот такой для волос. Следующее, что у нас пришло, это вот такой кондиционер для окрашенных волос. Вот тут вот у нас уже был это шампунь, а сейчас вот кондиционер. Ой, давайте сюда пока отложим, чтобы не мешалось. Следующее у нас пришло, это вот шампунь для придания объема. А вот здесь вот у нас есть кондиционер. Это вот по два разных. Дальше у нас есть вот такой вот пробник крем-гель увлажнение. Тоже женщина попросила заказать. Вот я и заказала. Следующий пробник у нас вот такой. Крем глауриновой кислотой. Интенсивный ночной крем. Вот такой вот мини-пробничек. Пробники хорошо берут. Уже замечала это. Это у нас ночной крем. Мощное восстановление. Тоже пробник. Следующий у нас пробник. Концентрированный дневной клеточный крем. Тоже хорошо берут. Следующий концентрированный клеточный ночной крем. Следующее, что у нас есть, это дневной крем
Вот там уже был ночной, а это дневной крем. Тоже вот пробничек. Вот по сути и все. Коробка у нас тут пустая, тут остался только чек. Чек вот по всему заказу вот такой большой. И вот смотрите, все, что у нас вот сегодня пришло. А, ну там еще, конечно, пришла футболка. Ну, футболку Егорушка сразу себе забрал, так я и как ему заказывала. Потом постараемся вам показать, заснять, какую футболку пришла нам. Ну, вот это вот все по заказу. Если вам нравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.